при поддержке защитников Журавлева и Юдина. Казаться атакует. И вот первая стычка на пятаке. Юдин. Но он, кстати, готов побиться в любой момент. Кто этот смельчак, бросивший ему вызов? Ярослав Дыбленко тоже. Человек, способный защитить вратаря, себя. И в этом отношении огромное спасибо и континентальной хоккейной лиге, и хоккейному клубу ЦСКА, Игорь Исмантович и Алексей Морозов вышли к журналистам, объявили о совместном решении. И Иван Федотов сегодня с первых секунд в воротах ЦСКА. И у него уже было пару таких моментов продемонстрировать.